В Италии новое землетрясение магнитуда 4,8. Подземный толчок зафиксировали в центральной части страны. Эпицентр находился в провинции Мачерата. Колебания ощущались и в Риме. При этом геологическая служба США сообщает о магнитуде 5 с очагом в 4 километрах к юго-западу от коммуны Пьеве-Торино. Центральную Италию трясет последние 3 месяца. Было несколько серий толчков. Первое, магнитудой 6, произошло в конце августа. И тогда жертвами стали почти 300 человек. В конце октября магнитуда 5,9, и потом сразу же 6,5. Разрушение примерно в 100 населенных пунктах. К счастью, никто не погиб.